«Давайте делать добро». Именно по таким девизам в Химках прошел благотворительный обед. Это не только повод поздравить с наступающим Новым годом, но и возможность познакомиться с восточной культурой. Организовала праздник Федерально-национально-культурная автономия азербайджанцев России, приурочив благотворительный обед ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира. Гостей развлекали номерами от инструментально-хореографического ансамбля «Карабах» и угощали блюдами национальной кухни. Также всех присутствующих поздравили официальные лица. Сегодня мы все находимся в предновогоднем настроении, все ждем чуда. И самое главное, чтобы это чудо не обошло ни одного ребенка, ни одну семью. И, конечно, я хочу сказать слова благодарности Ханаглану за то, что он вот именно таким образом проявляет свою заботу. Мы от имени своего команды, от имени Федерального члена культуры автономии азербайджанцев хотим вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам доброго здоровья, вам, вашим семьям, благополучия, детям. С праздником вас! К трапезе пригласили присоединиться ветеранов войны, тружеников тыла, малообеспеченные многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Людмила Широкова пришла на мероприятие со своей дочерью Кристиной. Нас первый раз пригласили. Мы в восторге. Неожиданно было. Нам позвонили, пригласили. Очень приятно, что нашим детям такое внимание оказывают, потому что в наше нетяжелое время детям-инвалидам как бы и так тяжело, а здесь хоть маленькая, но радость. Праздник завершили вручением подарков от благотворительного фонда «Город добра».